нужно сначала огласить количество заявлений для голосования, которые идут к каждому из них. Затем вскрыть и посчитать количество, соответствует ли оно заявлениям. 8 здесь. Здесь 8. Здесь 103. Здесь 8, там 103. 95 на дом, 95 больниц, 8 на дом. Сначала пересчитаем их количество здесь. Общее. Здесь 8. Сначала мы... Нет, мы сейчас не сортируем, мы просто количество считаем. Давай количество. 8. Вот теперь мы можем... А, сейчас вот это. Сейчас. Да. Сударь, вы что не снимаете? Тему не открываю. Бюллетень. Открывай, ты ищешь. Самое ценное. Я не считаю, я просто иду, раскладываю его там. Вы, мне кажется, очень близко подошли. Хорошо. Да вы же не снимаете. Да вы что? Чего-то не трогаете. Нет, вы говорили задание. Почему это делаете? Это не трогает. Вот, искать свои делы. А мы будем с вами. Мы работаем так, как всегда работаем. Вон вперед. Смысл просто было вам тогда ходить, если вы сами своими глазами все видели, и теперь стоите проверяете. Пришла инструкция от штаба. Зачем вы тогда ходили? Для чего вы ходили? У меня тогда не было у меня не было информации, что нужно было проверять их регистрацию. Он меня не опаздывает. Сегодня мы пойдем жить. Да, нужно посчитать общее количество. Сначала общее количество. Считать будем. Так, и поедем считать не давайте. Он вытащил, все свое дело сделал. Так, у меня здесь два, пересчитаю еще. А вон, потому что я путаюсь все время. Это два? 20. 83. 83. 103. Как аптека. Давайте по этим скидаем. Это все уже раз. Там это собираем вместе. Это тоже. А вон ту, вот ту. Там, погляди, там все закрутено. Мы сейчас не можем их делить, нам нужно сначала смешать их с теми из тех уровней. Да, конечно. Слушайте, мы работаем. Знаете так, что? Отойди, пожалуйста, вот встань в сторону и снимай. Договорились? Больше без комментариев. Ну что мне тут по духам-то бубнит?
Мы сейчас вы наблюдатель, мы сейчас не указатель. Вы, да. Я член комиссии. Вы вот наблюдатель. Тихо. Я член комиссии. Член, а мы нет. Нет, это да очень смешно. Я смысл, уважаемый. Твои права ограничены вон там. Нет, нет, нет. Да, мы же смешиваем сейчас. Конечно, принимаем уважение, мы их сидим. Смешивать мы ничего не будем. Нет, нет, зачем? А давайте это прям сразу. Так сразу и вот это вот все и разложено. Нет, там все Путин. Да, там все Путин. Путин? Да. 103. Давайте. Выкидывайте вот это. Сейчас они выстрелят. Ну, когда двигай сюда. Мы работаем так, мы работаем так. Где? Нормусы. Не знаю, где? Оля! Ай! Нормусы. Вот они! Господи, опять я куда-то нажала. Открываем его. Вон он какой умница, сидит и сидит. Это не могу. Нет, мы здесь сейчас будет ногу. Давайте вот в сторону поможем. Вот там вот положим. Под четким неусыпным оком. Сейчас я в туалет захочу, пойду схожу, возьму парочку. Так, мне надо сонный пакет прикрепить. Мы сюда кладем, Наташа. Ну, сейчас, пуха, мне подруга. Так, бабулин сделаем. Бабулин, вот. Бабулин, вот. Собственно, я просто попал.
вот бюллетень испорчен. Я их контролировать буду, давай. Давай. Кто ВВП? У меня ВВП. Кто ВВП? ВВП. У меня все путем. Я не знаю, куда вы их дели. Да, не спрашивай, у нас главное. Отвертка вот там в углу лежала. Отвертка тутошняя. Тутошная, я не спорю. Дайте. Вот, ну, кстати. Да, откручивайте сразу. Они не выворачиваются. Держите. А кто их закручивал? Кто закручивал? Кто закручивал, у того камерой. Давай. Занятые руки. Когда трудно. Надо так держать, чтобы она не делала. Там внизу. Вот додержишь, нормально. Все, вот держу. Нас обеих этих, как они называются? Сейчас верхушка снимется. Потом пакетик. Складывай. А, в этой урне с шурупами прикручена вот здесь. Ее нужно сначала отвернуть этой отверткой. Я прикручу. Отверткой нужно отвернуть.
Или через такую... Ну, давайте помогите этим женщинам. А то ведь как... Так, давайте опрокидывайте. Да можно через дырку все вынуть. Давай, я буду. Потом раскрутим. Мы ее выставили с вами. Я все равно разбираю. Мы разберем. Все, достаем. А у меня не помнется. Не помнется. Нормально. Так, вот тогда держите. Не торопитесь. Не торопитесь. Да не надо, почему? А это испорченный. Знаешь, это испорченный. Это тот, что под камушек.
Когда он был? Собчак. Надо было ехать в Ленинград. Лет 40 тому назад. Зачем? Грудь. Чак за Вовчиком. Чак за Вовчиком за грудь. Сюда. Жириновский. Я шайбу нашла. Татьяна Юрьевна. Она одна, ничего не попорчено. Так, грудинь.